Одним темным уголком в городе будет меньше. Тропинка от дома 3А по Фабричному проезду до улицы Первомайской пользуется популярностью у местных жителей. В среднем здесь проходит по 200 человек в день. Однако дорожка не освещена. Установить здесь фонари – такая просьба поступила в муниципальный центр управления регионом. Выездной разбор обращения проводит глава города Максим Красноцветов. Он поручает решить этот вопрос городскому хозяйству. Мы в недельный срок постараемся изменить ситуацию вдоль этой дорожки, поставим освещение в виде двух опор. И я думаю, что в последующем никаких нареканий со стороны жителей по этому месту не будет. Еженедельно в муниципальный ЦУР поступает порядка 130 обращений. Вопросы, которые требуют особого внимания, глава города берет на личный контроль. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем».